Внимание! С 14 июня по 15 июля в Самаре изменится схема движения общественного транспорта и правила проезда в районе площади Куйбышева. Полную информацию о том, как будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы, а также как будет организовано движение в центре Самары, в периметре площади Революции, Волжского проспекта, улиц Маяковского и Садовой, читайте на сайте администрации Самары, смотрите в приложении «Прибывалка-63» и салонах общественного транспорта. Transporta.